Если дорога скорее статья расходов, то стоянка все более превращается в неисчерпаемую кладезь. Еще несколько платных стоянок открылось в городе. Места по-прежнему самые уловные, в основном у крупных магазинов и мини-рынков. Таким образом, новый опыт оказался общепринятым мировым только по части взимания. В последний момент из списка платной парковки исчезла стоянка у местного самоуправления. Где-то эту логику понять можно. Зарплату авторы нововведения получают из того самого бюджета, пополнить который и должен новый налог. Однако тогда непонятно, чем провинились законодательное собрание и Национальный банк на улице Титова. Пока же от платных парковок более всего страдают бесплатные дворы. Та самая жилая зона. По новым правилам ГАИ левым людям проезжать там вообще нельзя. Однако левые люди никак не поймут, почему, например, надо платить 1000, чтобы купить буханку хлеба стоимостью 2000. И еще совет для авантюристов. По воскресеньям стоянки не работают, так что одевайте красный жилет и идите сшибать денежку. Под машину вяжущую.